Друзі, всім доброго дня. Історія сьогодні така, трохи скажена. Звернувся до нас чоловік і каже, хочу Renegade, хочу його там 17-го року з пробігом до 150 тисяч і маю на все про все 15 тисяч. Ну, звісно, ми кажемо, вибачай, дядьку, ми не чарівники, запропонували безліч варіантів, що можна купити на 15 тисяч, і він обрав Volkswagen Passat. Тому перший до огляду дивимося Volkswagen і саме Passat NMS. Ну, визуально дефектов особых нету. Такое вот дерево у нас интересное, необычное. Петли у нас не снимались. Запаска, все остальное на месте. Все хорошо. Салончик шикарно выглядит. Колодок еще. Ого! Значит, с этим крылышком все хорошо. Подкрыльник тут на месте. Пороги все отлично. Колодки, диски тоже все будут. Отбойники, все норм. Нет, этот рычаг с разборки, походу. Нет, рычаг стопудово заняться. Ну вот на нем написано, видите? Passat написано, видите? 1440 что-то Passat. Что-то ла-ла-ла, USA. Ну, блядь, ну может я что-то забыл. Слегка запотевает сальник коленвала в этом месте. Но пока не критично. На станции были, значит, по ходовой, у него там надо заменить один сайлентблок, и я бы поставил дополнительную защиту двигателя, потому что она там отсутствует. В ходу машина плавно разгоняется, подтормаживается, к слову, тормозные диски, колодки у нее новые. Насправді, Passat'ів подивилися, ну, таку величезну кількість, і багато відцінок. Оцей плюс-мінус класний, але тут покупець повів себе не досить коректно, скажімо так. Ну, насправді він, поки що мені треба кудись там поїхати. 4 дні він хоровод водив, потім по факту він Вані каже, дружище, ти мені більше не телефонуй, я буду далі спілкуватися лише тільки з покупцем. А покупцю написав повідомлення, я поки що автомобіль не продаю, до побачення. До речі, ця машина зараз в продажі, плюс 2 тисячі стоїть. І хлопчина каже, ну, що робить? Passat'ів більше живих немає, то, що ми подивилися, я хочу Fusion, каже він. І наша пісня гарна нова, все починаємо заново, але по Fusion'ам. Fusion. Дверь тут видно. Ну, це крашена, я знаю, а дверь? Ну, тут тайванська, мабуть, крашена без грунта. Тут ця дверка красилась. А то тут є шпаклевка. Тут теж є шпаклевка. Тут теж красилась. Вообще шпаклевка не пробивається. Знаєте, далі смотреть не буду. Біда цього ф'южена в тому, що він дуже погано зроблений тут, мається на увазі в Україні. Ну, тобто його подивились, навіть Ваня дуже класну річ сказав. Я навіть сніг не буду змітати з цього автомобіля, щоб його оглянути, тобі він вже шпакльований. Але їдемо далі. Я розумію, що десь от ми знайдемо свій автомобіль, тому дивимось наступний. В цьому місці є шпакльовочка на ньому. Спасали алюмінієвий капот. Стойка также крашена. Тысяча. А эту дверку вы меняли или рихтовали старую? Не, она менялась, а вона ж там порвана, получается, за Америки была ось тут. Угу. Ну, вообще в план. А ось ця, то БУшка, но вони десь тут вот шпаклевывали что-то. 560, 600, 1000, 1800, 1900. Очень много крашеных элементов. Хотя и крашу. Цей Fusion повинен був бути, ну, бездоганним, принаймні нам так обіцяли по телефону, і по ушкодженням він не повинен був дуже отаким бути. Але ремонт у нього зроблений погано, і з'ясувалося при огляді, Ваня потім по телефону сказав, що у нього було ще додатково ДТП, де ніде не зазначено, тому цей автомобіль не підходить. Але Ваня знаходить ще один наступний автомобіль, и едет на него попередньо дивиться самостоятельно. Было небольшое ДТП в Украине. Топы. А, сейчас фотки вам покажу. Крылья не зацепило, ничего не зацепило. Удар принял багажник. Она меня чуть-чуть догнала. Крылья обе целые. Ударила снизу, вот даже видео есть, вот видите, чуть-чуть вот тут вот мятина и все. Покрашено хорошо. Бампер передний целиком в сборе. Также заменен. Так, а про резину еще раз расскажите, у вас получается еще лето есть, да? Да, зима, 19-й год, Goodyear Ultra Grip Performance V1. Тоже новый покупал ее. И лето купил в этом сезоне Nokia 22-го года. Салончик такой светлая, приятная кожа. Чистый, ухоженный салончик. Мешок работает. Торпеда у нас не стреляла. Ключевой доступ же на всех дверях, да?
Тут работает. Работает. Домофон. Ключей два у нього или один? Один. Попередньо ми вже розуміємо, що ось вона квіточка, ми її вже знайшли. Але цю квіточку ми ще не бачили знизу. Якщо вона така гарна знизу і внутрі, так як вона гарна ззовні, то цей автомобіль дуже багато шансів має на те, що він стане героєм нашого сюжету. Тому зараз ми цей автомобіль їдемо дивитися на СТО. Так, едем смотреть. В рамках подбора под ключ у меня сейчас Ford Fusion 2015 года. Вариантик, который сегодня первые половину дня посмотрел, неплохой. Человек работает в офисе. Просил вечером, когда будет возвращаться, посмотреть на СТО. Нашли СТО, едем смотреть, что по факту. Смотрим дальше. Весь интерес снизу к этому смотрите, автомобилю. 40 тысяч, что там может быть снизу? Так в том-то все и дело, что должно быть все отлично снизу. Я каждый год делаю ТО, но я десятку не проезжаю. Я бываю раз в год. Счастливый человек. У этой машины один маршрут. Тот случай, про который можно сказать, что иногда в церковь ездил по воскресеньям. Нет, только на работу. Ну хорошо, перефразируем, только на работу. Салон часто моете? Да. У меня свой комплект Chemical Guys, это американская химия. Химия, да. Я ее постоянно протираю. Я сиденье даже, у меня там такая щетка и специальная жидкость, ее протираю сухой микрофиброй, а потом есть там кондиционер. Я вот по сиденьям и задал вопрос, потому что они, ну, такие... Но у меня на задних вообще никто не сидел, если вы откроете, задние вообще даже не примяты. Так, сразу покажу, что работает. Оптика сзади, стоп-сигнал, сзади диодная. Полоска также работает, задний ход работает. Заезжаю сюда. Значит, подсветка номеров у нас работает. Линза целая. Такие вот красивые фары. Самые модные, которые у них стоят. Тут чуть-чуть царапин. Но фары оригинал, значок Ford. Тоже значок Ford. Значит, тут есть незначительный скольчик. И тут царапинка, тут тоже скольчики. На ней царапины видны, но видно, что они под чем-то. Под воском, твердый воск. То есть... Если вы видите, они мне последний раз из-за того, что у них выключили свет, они мне плохо его растерли. И бывает, вот видите, это воск замерзший. Фары, все целое, только крышку багажника поменяли и бампер. А бампер тоже меняли? Меняли бампер. Я же говорю, у меня машина, это я в этом году не продлил каско. Она у меня с момента, как я купил, каждый год у меня в ПЗУ была в каске. И каска, они ничего не восстанавливают. Что-то повредилось, новое. Такой, трохи запесоченный. Хотя, в принципе, должно быть классно, но фары не сильно выбитые. То есть они есть такие, трохи покусанные, но совсем чуть-чуть. По подкрылкам крепления все, ага, не все, одного не хватает. Где-то оно ушло в страну потерянных вещей. На пружинах еще лейба висит, можно сказать, практически красота. Легкий рыжик на точечной сварке. Так, тут по креплениям все хорошо, пластик вот здесь чуть-чуть оторвался. И вот этот вот крепежик до конца не закрутили. Пистоны тоже на месте, крепление есть, болт. Ляпота. И как вот торговаться на таком автомобиле? Резина как вроде трохи изношена. Вот это спереди стояла когда-то. Натертая. Какого она года? 18-го, 10-го месяца. Так, здесь у нас тоже все нормотительно. Стойкий стабилизатор. Поперечной устойчивости задней. Нормально втулки. Не растресканные. Чуть-чуть подрамник. Ржавел, нифига страшного в этом нету. Легкая коррозия на развалочном болте. Посадочные места нормальные. Я имею в виду там вот эту пружину.
где мы пока? Здесь обычно вот эти вот форды за вот этой вот частью и дальше они ржавые как сволочи. Здесь все только самое начало. На подрамнике и на металлических элементах на самом кузове только в некоторых местах. Диски. Ну, как минимум не квадратные, уже хорошо. Здесь тоже легкая бордюрная болезнь, но с этой стороны не будет яйца, потому что тут много спиц. Значит, тут у нас порог целый, все хорошо. Когда грузили, слегонца прижали, то тут мямка такая есть. Здесь тоже чуть-чуть поджато и не на месте. Вот видите, этот войлок защитный. Надо открутить этот болтик, поставить. Подрамник тоже в налете. Но это железная часть от наших украинских дорожных реагентов. Такое случается. Лонжероны у нас на месте. Там вон дополнительная звукоизоляция. Сейчас снимем защитку, посмотрим, что к чему. Ну, под ней еще сзади я бы там, честно говоря, ничего не делал. Там толстый слой войлока внизу, ничего не ощутишь. Защита бака у нас на месте. Когда ремонтировали автомобиль, вот это вот из-за того, что вилами автомобиль грузят, да. А с учетом, наверное, того, что у вас сзади никто не ездит, никто не говорит, что ноги ровно не стоят, и вам его не отрихтовали. Похоже на правду, что сзади никто не ездит, потому что было бы слегка дискомфортно, когда ноги стоят не очень хорошо, особенно когда ездишь далеко. Но их не под самую эту заднюю часть ставят, немного вперед, поэтому не освещается. Так тут и вперед нормально ушло, вот, аж до сюда. Вот скрепление вышло. То есть в середине там чистота. Ну вот так. Мне вот интересно, знает о том, что защиту надо снимать или нет? Так, тормозные шланги. Вроде как трещин на них нету, да, в норме. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости нормальные. С этой стороны нету, да, не тут трещин. Пыльник нормальный, где-то вот остатки масла какого-то непонятного, очень давнего. Ну, так, в принципе, все хорошо, красиво. Обычно вот этот вот бампер подряпан намного сильнее. Я это говорил много раз и скажу еще здесь, что здесь он лишь иногда видел некую бордюрную болезнь. А так, в общем-то, все нормально. Слегка неправильно стоит решетка, вот отсюда будет видно снизу. Если посмотреть, вот тут у нас хорошо стоит, а вот там она чуть-чуть не в том зазоре. А так, в общем-то, реально прикольнее. Когда мне сказали, что машина прикольная, ну, я такой, ага, конечно, хорошо, прикольная, да. Но тут реально прикольная. Ничего здесь интересного, поехал я. Думали, трэш будет. Да я думал, блин, будут вафли, как всегда. Ну, короче, есть всякие недочеты, но сказать, чтобы там пипец бежать от машины нужно, срочно. Секретка есть? Да, это прямо с Америки они пришли. И 4 гайки есть. И подходят гайки. Секретки? Ну да, это вместе с машиной наша. Я чего спрашиваю, очень часто бывает такое, что продают секретка, есть, да, есть, вот. А то, что она не подходит к колесу, это часто бывает. Поэтому покажем. Достанем, проверим, увидите. И 4 гайки, ну, заметь, секреты, которые были, они тоже там в багажнике. Я же говорил, у меня и колодки есть еще. Колодки? Да. Типа... Колодки все у меня. Да. У меня есть оригинальные. Все. Там. Я к этому и готовился, что это. Это единственное, что я пока нашел в этой машине. Оригинальные колодки, я по своей натуре такой немножко... Задрот? Да. Все мы такие. Когда автомобиль в личном пользовании, понимаешь, что эта машина должна иногда поехать куда-нибудь далеко и должна быть готова. Откуда сопли? У кого какие предсказания? Это не омывайка. Вопрос... Вот это вот масло, оно как бы свежее. И вот и есть интерес посмотреть, откуда оно. Вот я сначала подумал грешным делом сверху... С теплообменника, но с теплообменником там все нормально. Я и думал. Что? На корпусе коробки мотора и запотевание. Легесенько притертость. В принципе, если бы не вот эта вот вмятинка, можно было бы это все сполировать. Вот в одном месте не уйдет, а так, в принципе, с подкрашивающим полиролем и с первого взгляда и видно не будет.
Сапун, я когда увидел его в масле, я своему СТОшнику, ну, они только фордами занимаются, ну, ребята, куда я хожу. Нормально это. Вот, я спросил, что это. Он говорит, это нормально, ну, как он мне сказал. Это нормально. Для турбированного двигателя. Сапун, почистить его, потому что, ну, грубо говоря, как он потеет, давится. Спасибо за хороший сохран, ну, по сравнению с остальными. Она, конечно, не идеальная, но... Но конченой ее тоже назвать нельзя. Пацаны, скучное видео. Реально скучное. Вот Ваня любит находить живые машины. То Volkswagen живой найдет. Это мне как, вот я как не приеду, как мне заявка попадает. Одни корчи такие, что плакать хочется, рыдать. А здесь, ну, машина, хочется плакать, только с другой стороны. Плакать в том, что действительно хороший экземпляр попадается. Он не так часто, но это как раз тот случай. С точки зрения заказчика, ну, можно сказать, я почти доволен. Почему почти? Потому что тут есть еще косяки, над которыми нужно поработать, но их не так дофига. Насправді, оцей автомобіль, він дійсно подарок судьби, якщо можна так сказати. Тому що він дуже доглянутий, він має невеликий пробіг, він має вміняєму ціну. І, до речі, треба сказати про власника, що він додатково дав два комплекти гельмівних колодок, оригінальних, ті, що він собі купив в Америці. Запасний, не запасний, а ще один комплект коліс, мається на увазі сезонних, зимова гума у нього була, літо він дав додатково. Я це казав на СТО, скажу ще раз, отакі автомобілі, особисто мені, з професійної точки зору, скучно дивитися. Отак приходиш, і нема до чого доколупатися. Класна, класна, бездоганна тачка. На сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогі. Всім пока-пока. Тихо, ніяких підписуємось. Молчить.